Упростить процедуру выдачи справок о реабилитации репрессированных граждан – одна из приоритетных задач властей полуострова. Крымские чиновники хотят внести небольшие, но существенные поправки в федеральное законодательство по этому вопросу. Так, республиканские власти планируют сократить время выдачи необходимых документов. Один из главных вопросов жителей Красноперекопска – выдача справок о реабилитации. Процедура не из легких и требует много времени. Заявителю выдают нужные документы в течение года. К слову, из 50 тысяч претендентов на сегодняшний день справки получили всего 8 тысяч. С механизмом оптимизации уже определились. Со стороны информационного центра МВД Российской Федерации Узбекистан, Казахстан, Таджикистан не приходят своевременно. Вот по этой причине сейчас выходим на уровне субъекта законодательной инициативой, чтобы внести изменения в федеральный закон о реабилитации жертв политических репрессий, который позволит для работы МВД, не нарушая закон, уйти от привязки необходимости подтверждения факта ссылки либо высылки. В скором времени населенные пункты полуострова украсят таблички с изображением исторических названий населенных пунктов, а также географических объектов республики. Их перечень уже существует, создан он был с помощью архивных документов. Действительно, это впервые, когда орган власти получил компетентный, скажем так, документ, который не вызывает, официальный документ не вызывает никаких противоречий либо разногласий, основанный на архивных работах, да, то есть на архивных документах. Проект присвоения населенным пунктам полуострова вторых исторических названий будут обсуждать с общественностью. Ознакомиться с ним можно на сайте Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Эвелина Белошапка, Роман Ананьев, Время новостей.